Всем привет, дорогие друзья, с вами Макс. И сейчас я нахожусь в игре Warface. Но это так, просто заставка, чтобы была. Итак, дорогие друзья, сегодня 31 декабря, среда. Это значит, что буквально через 10 часов наступит новый год. Вот тут я не специально зашел в игру Warface, так вот тут елочки такие вот. Такие вот елочки. Вот что-то похоже вот на Россию в целом, как бы, да? Вроде елки, а снега нет. Во многих городах России сейчас такая вот фигня происходит. Ну ладно. Все, кто играет в игру Warface, все те, кто вот с таким вот геймплеем играют, всем передаю привет, всех с Новым годом, счастья, здоровья, бабла, главное, чтобы здоровье было, ну и бабло тоже, а все остальное само придет, поверьте, чтобы все ваши мамы и папы были здоровы и счастливы. Ну и родные, близкие, все. Но на этом обзор не закончится. Итак, дорогие друзья, привет. Те, которые... О, мудяка играет. Ладно, близко не будем подходить, чтобы было меня слышно. Всем... Вот, я вот возле елочки встану маленькой. Привет, дорогие друзья, те, которые играют в Point Blank. Ну или что-то похожее на такой геймплей, там, я не знаю, КС-ка, да? У КС-ки такой же геймплей. Вот с нами еще Диса. Диса, давай поздоровайся, я тоже второй обзор веду. Здорово. Ты че не позвал на первый? Так ты ФК-шел. Вот. Так там на складе я елочку снимал. Ну все, не отвлекай. Вот. Поздравляем всех с Новым годом. Счастья, любви, здоровья. Бабла на донат. Чем больше, тем лучше. Ну, конечно же, на всякие там безделушечки. Вот. Что еще вам пожелать? Ну, насчет канала рекламировать не буду, дабы, чтобы разработчики меня не забанили. Я бы хотел бы это все выложить в группу, в официальную, чтобы все мои поздравления увидели, чтобы у всех было настроение, чтобы все сегодня играли. Играли плотно, чтобы было весело, погуляли, подышали свежим воздухом, выпили шампанского, ну или чего-нибудь покрепче, молочка, например, кефир, в кефире содержится алкоголь, кстати, ребят, класса, ну, кто хочет еще покрепче, вот, и после этих всех культурных мероприятий, зашли в игру и гамали, неважно, Warface это будет, Point Blank или вообще CSGO, или Dota 2, неважно, или танчики, вообще неважно. Это что сейчас было? А? Ты идиот. Убей меня. Давай, иди, отрабатывай. Вот. Чтобы у вас такое же было веселое настроение, как у нас. О, какой-то чувак, он зашел. Попадание в голову. Вот. 15 рублей, видали, да? На этот пистолет есть обзор. Так, прорекламируем. И на этот дробовик тоже есть обзор. Вот. Ну, что еще пожелать? Наверное, все мы высказали, да? Если ты ничего не хочешь добавить. Нет. Давай, сообрази, может, что добавишь. Не будьте раками. Да, думать. Вот не будьте раками. Ой. Умейте сохранять свой счет. В любой игре. Если чувствуете, что вам сегодня не фартит. Если не фартит, так выйдите из боя или воните. Ничего страшного. Вот. Че еще? Больше ничего нам, наверное, добавить? Ну, по новой. Всех с Новым годом. С новым счастьем. Вот. Юмора вам побольше в жизни. Бабла, здоровья, любви. Блин, не знаю, что еще добавить. Печенье кушайте побольше. Каши по утрам точите, чтоб... Ух!
Аполлон, чтоб в зеркале был. Ладно, на этом, наверное, обзорчик заканчивается. Всем спасибо за этот просмотр. Всех с новогодним настроением. Всем пока.